Друзья, я хочу поделиться с вами одной простой, но очень мощной техникой получения всего, что вы хотите. Мы получаем от жизни только то, что дают нам другие люди. Мы получаем взаимную любовь, если нас ценит любимый человек. Мы получаем признание, если люди ценят наш профессионализм. Мы получаем деньги, если люди ценят нашу работу. Но есть один очень важный нюанс. Мы можем получать от других людей все, что мы хотим, только при одном условии. Если мы отдаем им свою любовь. И техника исполнения любых желаний довольно простая. Есть очень классный, но эффективный инструмент, о котором я вам сейчас расскажу. В момент контакта с любым человеком вы дарите ему свою любовь. То есть независимо от того, какой он, хороший или плохой, добрый или злой, красивый или некрасивый, нравится он вам или не нравится. То есть вы одеваете эти очки любви, в которых есть два очень важных компонента – радость и интерес. То есть вы в момент контакта с другим человеком смотрите ему прямо в глаза и создаете усилием воли состояние радости от общения с ним и интереса. И вы увидите, как буквально через некоторое время ваши отношения с людьми поменяются, и вы все больше будете получать от них и любви, и денег, и признания, и самое главное – счастья. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями и знакомыми, и не забудьте подписаться на мой канал.